Итак, мы спустились на первый этаж, и у нас здесь находится гостевой санузел. Алексей, правильно говорю? Да. Рассказывай. А что тут рассказывать? Дверь. Рисунок двери. Ручка. В гостевом санузле. Ну, двери, в общем-то, изначально, как планировалось, так они и делались. Разница, мы только изменили цветовое решение. То есть у нас изначально они должны были быть светлые, потом мы все-таки решили остановиться так называемой венге. То есть... Но у нас стилистика арт-деко. Стилистика арт-деко. Шпросы сделаны отдельно, точеные, сделаны, если видно, то есть немножко отличаются по цвету. То есть здесь сатин, здесь мат, специально немножко, чтобы чуть-чуть подчеркивать. С ручками отдельная эпопея. Они, еще раз говорю, это реплика оригинальных. Оригинальный был, откуда оригинал снят? Нашли на барахолке, на развале, нашли ручку 30-х годов. Но, в отличие от этой ручки, она была немножко меньше размерами, поэтому, почему я говорю, что это не копия, а именно реплика. То есть на базе этой ручки лепилось и делалось больших размеров. Все остальные элементы действительно остаются как арт-деко, но чтобы вот ручка размерностью была удобная. Но это все заказное, это литье, ребята патинировали, ну то есть все как положено. Слушай, ну если столько заморочились на дверную ручку, там за дверью должно быть что-то... Ничего там сверхъестественного за дверью нету, нормально все. Так, тем не менее, ничего сверхъестественного, это начнем с прибора. Это АТ, итальянский унитаз. Софт-крышка, все там положено. Ну, конечно, классическая. Это прям классическая версия. А что у нас с кнопочкой? Ну, кнопочка тоже уже штатная. Здесь Виллер-Анбох механизм стоит. Да. Поставлена бидета. Да. Ну, то есть, потому что это гостевой, там собакой можно лапы помыть. Решетка тоже нашли под заказ. Ну, то есть это ребята... Аковский трап. Аковский трап, да, то есть... Решетку долго упорно искали, чтобы она нам подходила стилистически. Чтобы она подходила стилистически. Да, естественно. Которая находится здесь, включая туалетную бумагу, которая собрана под Сан-Тригорд. Да. Эта туалетная бумага каждый раз заказывается партиями и везется вагонами из Лондона? Нет, не из Лондона, но нам можно здесь это все купить, никаких проблем нету. Просто заказчикам нравится поддерживать стилистику. Здесь у нас помещение в черно-белых оттенках сделано, скажем так. Такое достаточно классическое, фурнитурный цвет хром. Возвращаемся к роялю. К роялю. Раковина тоже АТ-шная, в общем-то, ничего сверхъестественного. Матовая. Раковина, ты имеешь в виду самый прибор? Да, но они, естественно, так называемое покрытие керамик плюс, чтобы на нем не оставалось следов, минимизировалось это раз. Тумбу по эскизам делали мебельщики. То есть наш рояль работает таким образом, что ты положишь, у тебя руки мокрые, Сисин. Ты просто ногой нажимаешь, и он открывается. Да. И закрывается он точно так же. Раз, доводчик его хватает в конце, да? Да, и подтягивает. И подтягивает. Капли отбойничек у нас в данном случае 30 сантиметров. Да. Это для того, чтобы какие-то остатки воды, когда попадали, не попадали напрямую на зеркало, а попадали они на кофелечек. Да. Зеркало у нас с прогревом? Нет, здесь у нас таких
паров нету, это не ванное помещение. Да, то есть таких... Вышивание, то, конечно, здесь конечно. Зеркало с подогревом. Не было смысла. Без подогрева, это правда сваровский хрусталь в таком объеме? Ну, заказали, у нас так попалось, то есть мы с заказчиком ездили, и нам вдруг попалось, и первоначально немножко было просто, был металлический молотик такой же, как здесь, да, то есть, но заказчик увидел, ему понравилось, поэтому, в общем-то, дальнейший этап вот таким образом и был. То есть как блеск, индивидуальная проработка полотенчика для рук, он тоже с хрусталем Сваровского? Да. Поблескивает. Я, правда, не знаю, как они это вкрапили туда, чтобы оно не при стирке не вылезало. Это уже их технология. Но красиво. Идея сделать посередине светильник, она вообще для меня просто какая-то новая. Почему? Это очень довольно-таки избитая версия. Просто когда находится это в зеркале, мы поэтому искали как раз светильник, чтобы он был наполовинку, такая половинка, чтобы в зеркале отражалось вот висящий в воздухе светильник. Ну, избитая версия, это примерно у каждого дома так. Заходишь, у него прямо... Ну, не знаю, для меня это штатная версия. То есть это изначально планировалось туда сделать, и поэтому ребята заказали зеркало, они в нем уже вырезали специальное отверстие. Все. Учитывая всю полировочку боковую с подсетиком легким, да, на 3 мм. Кристалла, да. Это просто штатная версия. И, соответственно, штатный бытовой потолок, который в каждом доме, да? Ну, нет. Но у нас, дело в том, что у нас вот фасадные панели, которые у нас шли, да. Нам так захотелось, чтобы что-то здесь было, какой-то элемент лепнины. Мы, в общем, с Адиком подумали и решили, что давайте мы сделаем вот такой вот потолок. То есть скажу тебе больше, что у нас везде в доме есть определенный ардековский рисунок. Безусловно, мы и поддерживаем. Рисуночек бежит за нами. То есть заходим мы, например, в спальню. Стилистически мы поддерживаем все, что можно сделать именно в ардеко. То есть, ну, есть, понимаешь, такое, есть... буква стиля, есть дух стиля. Вот в данном случае мы придерживаемся дух стиля. То есть современные технологии максимально, сколько возможно было сделать, но с так называемыми элементами ардеко, так скажем. Это не чистое совсем ардеко, это не антиквариат, то есть это все новодел, но мы пытались это все поддержать в одном, скажем, ключе. Вагон с хрусталем Сваровский, он вписывается в ардеко стиль? Ну почему нет? То есть это стиль буржуа, то есть это такое, скажем, стиль тактильности, я бы так назвал. То есть все ощущается, так скажем, на ощущение. То есть. Так, и в этом санузле, в отличие от верхнего, у нас нету барельефа, а стоит... Ну да, то есть мы нашли такой вот вазон, то есть искали, то есть тумбу сделали. А вот. Функционал тумбы? Никакой. Или чисто вот в данном случае мы решили оставить противовес такой, чтобы был угол заполненный. Ну, это так называемая композиция, Володь. Это мы просто так, элементы декора, то есть которые... Подсветочку. А сами светильники у нас также с элементами хрусталя. Да. Понятно. А стилистика черно-белая – это цвета ардеко? Да, конечно. Черно-белая. Есть еще версия, когда использовалась бирюза. То есть вот три цвета, которые использовались в ардеко. Mm-hmm. Разбеленная бирюза. Черный и белый, между прочим, это абсолютно вообще классический вариант. То есть, если кто-то думает, что это современное, ничего подобного. Это столетие уже, как говорится, работает. Про то, что у нас вся плитка выведена, хотя у нас здесь нет какой душевой системы, она выведена... Почему? У нас есть бидеты. У нас это сделано таким образом, что если, например, заказчик приходит с собакой или еще что-то, то есть в любой момент можно даже лапы помыть. Хотя для этого есть отдельное помещение, но в принципе сделано таким образом, то есть... Также полный у нас свет с подогревом. Естественно. И идея гостевого санузла обычно на удивить гостей. То есть гости пришли, и они удивились. Но у нас получается, что второй не гостевой санузел, он реально богаче выглядит. То есть, ну, не стояла задача, блин, круче, не круче. Это вообще какая-то странная мерка. Просто делалось красиво, вот и все, ни больше, ни меньше. То есть это гостевой туалет. Почему гостевой? Потому что он как бы есть второй этаж, это хозяйская зона, где лишним нечего там делать. А на первом этаже, если гости собрались, вот у них есть возможность сходить в туалет. При этом даже существует, естественно, и бидеты, мало ли понадобится. Просто знаю тебя и знаю, например, верхний санузел, там у нас санэко присутствовал, а здесь у нас... Здесь ничего, здесь сверхъестественного, еще раз тебе говорю, мы поддерживали стилистику ардеко, все. Просто философия комфорта и удобства. Да, скорее всего так. Единственное, что, конечно, побочный момент,
о котором я изначально говорил, что он такой будет, но заказчики повелись на это в данном случае, если так можно вот таким сленгом говорить. А любая полироль в данном случае, вот как одна тумба, вторая тумба, она, конечно, капризна с точки зрения эстетичности уборки, да, то есть всего остального. На нее, конечно, как и на любом пианино, рояле, будет собираться пыль гораздо больше, то есть за ней нужно более активно ухаживать. Ну, санузел вообще такое место, в котором нужно... В любом случае, да, но поэтому, именно по этой причине заказчики сказали, говорят, а нам просто нравится, вот и все. Здесь это ощущение именно красоты вот в таком духе. Конечно, еще раз говорю, делались на первоначальные эскизы, мы почти от них не отступили. Ну, давай, наверное, как плиточник скажу, не как дизайнер, не как автор. А что мне здесь нравится, пропорции. Я когда прихожу в этот санузел, он у меня не давит. Он за счет высоты потолка, конечно. Не только за счет, у нас многоступенчатый потолок и очень интересный потолок. Например, я сижу на данном приборе, и в этот момент мне приходят в голову какие-то мысли. Обычно люди либо читают, либо... Не знаю, я болезнью такой не страдаю. У нас просто-напросто помимо всего, там проходит вентиляционный короб, поэтому нам нужно было найти решение, чтобы это не опускаться совсем в ноль. Мы поэтому такие ступеньки сделали. Ну, изначально единственное, что мы не сделали, поленились, наверное. Если ты внимательно посмотришь, что линейность у нас поддерживается, то есть линейность поддерживается сверху. То есть у нас зеркало изначально должно было доходить до верха и создавать эффект перспективы. То есть такой объем. Он и так получается, поэтому мы на этом этапе так и остановились, что не будем мы мучиться выгонять зеркало под самый верх, оставлять щель. Это на самом деле все очень сложно, усложнило бы эту задачу. Именно поэтому мы остановились, решили обрезать вот так, скажем, линию и все.